На службу по контракту сегодня утром отправились добровольцы из Сургута. Среди желающих защищать родину не только югорчане, но много и приезжих из других регионов страны. Настрой всех боевой. Распределение заключивших контракт с Минобороны произойдет в пункте сбора в Ханты-Мансийске. Военнослужащие отметили достойные условия. Для иногородних в Сургуте организовано бесплатное проживание и питание, а также компенсация проезда от места жительства. А всем контрактникам-сургутянам положена и дополнительная муниципальная выплата. Патриотизм, он никуда не ушел, никуда не делся. Я давно собирался, просто были обстоятельства какие-то. Но и тем более это серьезное такое решение. Пусть нас таких будет больше, быстрее все закончится. Существуют выплаты, то есть единовременная выплата 895 тысяч. 795 тысяч они получают в начале заключения контракта и 100 тысяч по его окончанию. Зарплата контрактника составляет плюс-минус 204 тысячи рублей, а также от нас, конкретно от города Сургута, каждые два месяца поступает выплата в 150 тысяч рублей.